стабилизируется сейчас. У него на этот шар должно хватать мощности термовентилятора. Сколько у него объем? Он его держал. Ну там 1,5 киловатта. Два у этого, у фена, и 1,5 у термовентилятора. Он должен его раздуть. Не хватает, да? Опускается вниз. Да. Сейчас тогда мы подогреем. Не бывает. Провод не высок. Не греется, нет? Нормально. Сейчас мы его раздуем. Посмотри, он тепло. Ну, постепенно снижается. Ну, на пол уже, кусочек лег на пол. Ну, просто мы так включили, что нужна мощность 3,5 киловатта. Электрическая. А тепловую нужно замерить и посчитать. Да он в потолок уперся. Да? Угу.